Друзі, я всіх вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні будемо говорити детально про те, що відбувається на фронті в Україні, які зміни, яких змін чекати і що, можливо, може кардинально змінити ситуацію на фронті. Представляю вам нашого гостя. Це Юрій Федоров, військовий експерт. Юрій, здравствуйте. Доброго вечора. Юрий, хотел бы начать с самого такого активного плацдарма, это Авдеевка, конечно, все знают, кто интересуется, да, этой войной. Начиная с 10 числа, уже больше как месяца, российская армия просто-таки убивает и свою армию, живую силу, и пытается окружить Авдеевку. Юрий, как вы считаете, зачем это делает так называемая вторая армия мира? Потому что мы понимаем, что Авдеевка почти 10 лет сооружала оборону, и там все очень укреплено, и очень много живой силы оставляет там Российская Федерация. Ну, называть русскую армию второй армией мира сейчас уже просто как-то не с руки, я бы сказал. Давно уже этот термин как-то перешел, я бы, ну, скорее он имеет несколько такой саркастический характер. А что касается Авдеевки, да, это сейчас одна из самых горячих точек на всем фронте, на всем фронте войны в Украине, русской агрессии в Украине. Ситуация там почти не меняется с течением времени. Вот как значит, в начале октября русские начали штурм этого укрепленного района, а считается, что Авдеевский укрепленный район наиболее сильный, наилучший укрепленный район, который был построен вооруженными силами Украины и властью Украины после аннексии Крыма и известных событий в Донбассе. Это действительно очень крупный и очень хорошо укрепленный район, рядом со столицей, ну, в кавычках, столицей так называемой ДНР, городом Донецком. И здесь, да, вот он тут показан на карте, совсем немного, небольшое расстояние, 12 с небольшим километров, но сам по себе укрепленный район, он больше, чем город Авдеевка, и вот те попытки русских окружить этот укрепленный район, ну, собственно, они понятны. Понятно, почему окружить, потому что взять в лоб не получается. Но бессмысленно пытаться лбом пробить бетонную стену. В конце концов, русское командование это поняло, и поэтому главная идея заключается в том, чтобы окружить, а конкретно, уж если говорить совсем конкретно, то перерезать дорогу, по которой идут подкрепления, идут боеприпасы и так далее в Авдеевский укрепленный район, дорогу на Ласточкина и потом на Орловку, если я правильно. Это русское произношение, русские названия. Орливка. Небольших деревушек, как я понимаю. Да, вот Ласточкина и Орловка. Ну, дальше из Орловки дороги уже расходятся на Уманское и на Семеновку. Вот, но это стратегическая дорога для этого участка, для этого театра военных действий. Это стратегическая дорога, потому что если действительно рано или поздно русские войска перережут или поставят эту дорогу под очень плотный артиллерийский огонь, ну, тогда единственный выход, как я понимаю, это эвакуация вооруженных сил Украины из Авдеевки. Но что это будет значить с политической и с военной точки зрения? Вот вопрос. Я думаю, что с военной точки зрения это ничего не будет значить. Ну, возьмут русские Авдеевку, а дальше... Вот взяли русские в свое время Бахмут, даже там главную роль играла не русская армия, играла, значит, это самое бывшее ЧВК Вагнер, теперь уже не существующее фактически, положили огромное количество людей, но никакого стратегического выигрыша не получили, а получили необходимость предотвратить окружение Бахмута, так называемый план сорвать или не допустить реализации так называемого плана Сырского, который предполагал окружение русской группировки в Бахмуте. Ну вот такова, понимаете, природа этой войны. Русские пытаются взять штурмом те или иные населенные пункты, ну, в общем, достаточно крупные, повторяю, по масштабам вот тех районов, где происходят основные сражения, Бахмут, ну, Авдеевка поменьше, как я понимаю, меньше, чем Бахмут. А для чего это делается? Ну, делается это для в политических целях и исключительно в политических целях. Никаких других, я не вижу никаких военных выигрышей у русской армии, если она действительно, значит, займет Авдеевку и перережет дорогу, ВСУ вынуждены будут отойти, русские возьмут этот укрепленный район. А дальше что? А дальше ничего. Ну, придется все равно воевать. Никакого выигрыша стратегического русская армия не получит. Это достаточно понятно, потому что выигрыш... Кстати говоря, вот меня несколько... озадачивает всегда вот какая-то нелепость, свойственная стратегическим таким установкам Москвы. Потому что ни Бахмут, ни Авдеевка, в общем, в случае, если эти планы, которые выстроены на российском генеральном штабе, если эти планы реализуются, то смысла в этом особого нет. Есть другие направления, но я не хотел бы подсказывать сейчас русскому генеральному штабу, где они могли бы добиться, ну, рассчитывать, скажем так, на какой-то серьезный выигрыш. Но это не Бахмут и не Авдеевка, вот это точно совершенно. Политическая цель достаточно понятна. Путин должен провозгласить себя президентом еще раз. Но для этого ему нужно пройти через процедуру выборов. Русские политологи, как более или менее независимые, так и прокремлевские, в общем, говорят о том, что выборы-то он выиграет, но здесь ему важно получить максимальное одобрение всего населения. Вот население должно одобрить его политику. Вот в этом смысл выборов. Поэтому, ну, естественно, с одной стороны, он должен создать, и, собственно, его подручные уже давно создали, вот эту систему фальсификации результатов выборов. Как бы народ не проголосовал, как бы избиратели не проголосовали, все равно Путин получит именно то количество голосов, на которые он себе запрограммировал и записал в качестве поручения своим подчиненным. А вот до того, как пройдет голосование, естественно, пропаганда, и сам Путин, и пропаганда российская должна продемонстрировать его успехи. А вот какие успехи, хотел бы я спросить? Успехов нет. Война идет, люди гибнут на этой войне. Ну, а должны же быть какие-то результаты, которые можно предъявить и избирателям, и номенклатуре российской, которые должны оправдать вот те затраты, которые и номенклатура, и народ, значит, несет на этой войне. Значит, нужна победа, пусть маленькая, но маленькая победа, тем не менее, пропаганда сделает ее большой. Вот, собственно, в этом смысл вот этой безумной совершенно атаки на попытки взять штурм, ну, окружить и взять потом штурм Авдеевку. Но вот в этом смысл этого предприятия, не больше и не меньше. Я так понимаю. Юрий, скажите, пожалуйста, а как вы считаете, насколько может это соответствовать действительности, то, что офицеры, да, генералы российской армии имеют немножко другие карты боевых действий, ну, соответственно, и Кремль, и Путин, которые отличаются от того, что непосредственно происходит на поле боя, потому что им дают немножко оптимистичнее карты, так сказать, чем то есть на самом деле. Потому что они боятся, как и при Сталине, показывать плохие результаты. Вы знаете, тут не только в этом дело, как мне представляется. Дело в том, что ну, почему Путину нужна Авдеевка, победа под Авдеевкой, это понятно. Но она нужна и генералам, причем высшему командному составу российской армии. И прежде всего министру обороны и начальнику генерального штаба Герасимову. Потому что, я думаю, не ошибусь, предположив, что их судьба зависит от того, как пойдут события под Авдеевкой. Если нет побед на фронте, а их нет у российских войск, значит, их нужно придумать. Ну вот получили указания. Командование получило указание на всех уровнях иерархической лестницы. Не показывать, не муссировать неудачи, я думаю, там примерно такая была формулировка, значит, избегать преувеличения собственных неудач, вот как-нибудь так. Наоборот, показывать, значит, докладывать в оптимистическом тоне, чтобы... По всей лестнице российского военного командования, по всей иерархической лестнице, вот происходит такой обман. Ну и самообман, и обман вышестоящего руководства. Но поэтому Путин и Шойгу, я не знаю, кто конкретно из них там ездит там ежедневно или раз в 2 дня к Путину с картами и показывает, вот мы здесь, вот мы там. Вот мы взяли Терекон, а что значит, на самом-то деле никакого взятия Терекона не произошло. Вообще это достаточно бессмысленная идея взять Терекон, потому что это груда такая довольно огромная гора, мы все же это знаем, плоской вершиной гора отходов химического производства. Там, я думаю, не очень можно-то долго находиться из-за того, что все это достаточно ядовито. И можно этой пыли наглотаться, если нет дождей. Вот. Но, ну хорошо, значит, вот мы докладывают, вот мы взяли, значит, Терекон, который господствует над всей этой округой. А что значит господство? Значит, туда нужно завести артиллерию, но никакой артиллерии туда, значит, русские завести не могут. Да и бессмысленная задача, потому что занятие, потому что этот Терекон простреливается артиллерией вооруженных сил Украины, и там, кто бы там укрытий никаких нет на этой верхушке Терекона. Поэтому, собственно, ну да, там время от времени там появляются какие-то штурмовые группы, ставят свой российский триколор, ну и на этом дело кончается. Значит, ну, смысла в этом нет, но Путину докладывают, вот большой успех, мы достигли большого успеха, значит, завоевали Терекон. Дальше идут бои вокруг коксохимического комбината, к которому Терекон, кстати говоря, и принадлежит, по сути дела. Но, опять-таки, можно же по-разному подать. Вот дошли до этого коксохимического комбината, можно сказать, мы ведем бои. Значит, наши войска достигли границ этого комбината, теперь мы... Ох, как мы хорошо, значит, какие у нас успехи, как мы хорошо воюем. Ну, а можно сказать, ну хорошо, ну дошли, а дальше что дошли, потом откатились. Вот линия фронта там более или менее стабильная. Вот тут видно, да, и, значит, вот тут похоже, вот тут вы показываете Терекон. Он за линией железной дороги, а дальше, значит, вот там где-то вот коксохимический, да. Вот тут вот он коксохимический комбинат. Но его попробую взять, тоже ведь Азовсталь в Мариуполе русские брали черт сколько. И а тут по сложности задачи, я думаю, что она сопоставима. Может быть, Азовсталь была более укрепленная, там сложнее было взять, но если так, то не намного. В общем, теперь времени у русских немного, потому что 17 декабря это срок, официальный срок начала избирательной президентской кампании. 17 марта должны быть, собственно, голосования. Значит, за 3 месяца нужно объявить о том, что вот кампания началась. Вот до этого времени, то есть остался месяц, когда Путин должен продемонстрировать какие-то успехи. Если он не продемонстрирует, ему придется говорить то же самое, что он говорит уже на каждом выступлении. Мы хотели как лучше, а вот нас обманули. Злые американцы, злые англичане, вообще злые англосаксы и все прочие. Но с этим идти на выборы невозможно, понимаете? Невозможно идти на выборы, значит, сообщив всем и вся в очередной раз, что вот там обманули, что вот такие злые враги и так далее. Ну хорошо, если враги злые, значит, нужно их победить. Так думает, наверное, российский обыватель. А если обманули, ну так какой же ты президент, если тебя на протяжении 10 лет или там больше 20 лет, пока ты был у власти, тебя систематически обманывали твои так называемые партнеры. Вот такая политическая ситуация вокруг Авдеевки. Юрий, если говорить о том, что может изменить ход войны, говорят, есть Юрий Игнат, это наш речник ПВО, и он говорит следующее, что когда у нас появится в Украине F-16, тогда это реально может изменить ход боевых действий. Как вы считаете, насколько реально может повлиять то, что у нас появится в 2024 году F-16 и, конечно же, их количество? Это сначала, наверное, будет одна эскадрилья. Ну, видите, значит, реально роль авиации, роль F-16 будет зависеть от того, сколько этих истребителей, истребителей-бомбардировщиков на самом деле, вообще там сложно, это платформа, которая может выполнять разные функции, в данном случае это не важно. Значит, зависит от того, сколько этих самолетов появится у Украины. То, что они появятся, в этом у меня сомнений нет. Да, уже решения не просто приняты, уже в Румынии, по-моему, в Техасе тоже летчики из военно-воздушных сил Украины обучаются вести бой на этих самолетах. Видимо, уже проведены необходимые работы по оборудованию взлетно-посадочных полос, завозится аэродромное оборудование, необходимое для обслуживания этих самолетов. Видимо, я так думаю, достигнуты какие-то соглашения, я не знаю, вероятно, с Польшей, прежде всего, о том, что в случае повреждений эти самолеты будут ремонтироваться и с ними будут проводиться сложные, регламентные работы уже на территории Польши. Это понятно почему, чтобы не вводить русских в искушение, понимаете, бить по каким-то объектам, где, как они думают, производится вот это обслуживание самолетов, их ремонт и так далее. Если говорить о количестве, первая страна, которая обещала поставить эти самолеты в начале 2024 года, по-моему, в первом квартале, это Нидерланды. Речь идет о 20 самолетов – это общее количество, которое Нидерланды должны поставить, и, видимо, поменьше. Если говорить в размере, говорить об эскадрилье, да, 12 самолетов, это обычная, такая стандартная, более или менее количественный показатель эскадрильи, 12 самолетов. Бывает и больше, иногда бывает меньше, но в среднем где-то 12 единиц. Что это может быть? Это может дать хороший результат на определенном, достаточно узком участке фронта, но, например, на Мелитопольском направлении. Говорить о том, что это изменит всю картину войны, вот 12 самолетов или там 20 самолетов или 24, я бы не стал. Это не совсем так. Это некоторые уж слишком оптимистичное заявление. Но на тактическом направлении, а направление на Мелитополь даже нельзя назвать тактическим. Это, по сути своей, это стратегическое направление. Вот здесь очень хорошо видно, на этой карте видно стратегическое значение железнодорожного узла в Токмаке. Значит, он как бы связывает две системы железных дорог. К востоку от этого города, да, вот эта вот железная дорога, идущая из Донецка через Волноваху, через... как там, по-моему, я уже не помню там название промежуточных станций, но главная точка в системе этих железных дорог – это Токмак. Потому что если Токмак взят, то тогда отрезается все железнодорожное снабжение, которое идет из Донецка по этой железнодорожной ветке к западу от, ну, собственно, вот от Токмака. Даже не Мелитополя, а Токмак здесь важен. Теперь, что остается у русских для снабжения своих войск вот к западу от линии Токмак, Мелитополь, Геническ? Ну, остается крымская линия. Это линия, которая идет через Керченский мост, через Керчь, затем на Джанкой и к северу, значит, на Мелитополь или через Армянск на Херсон. Ну, до Херсона он не доходит, эта линия, естественно, но, то есть она доходит до побережья. Но это означает простую вещь, что в 2 раза меньше будет снабжение русских войск вот к западу от Токмака. Вот, собственно, здесь никаких секретов нет и никаких тайн, я думаю, государственных и военных я никому не выдаю. Просто это вот нужно смотреть на карту, нужно смотреть на карту железных дорог, и мы понимаем, почему Токмак так важен. А до Токмака от зоны боев вот в треугольнике Работино-Новопрокоповка-Вербово там 18 километров. Да. Вот для того, чтобы новый рывок сделали вооруженные силы Украины, прошли бы вот это расстояние, которое здесь показано на карте. Трудно, конечно, его будет проходить, потому что там большое количество оборонительных сооружений, фортификаций, зубов дракона, всякого рода рвов, укрепленных опорных пунктов оборонительных. Задача непростая, но вот здесь как раз очень пригодится эта эскадрилья F-16, которая может выполнять две функции. Первая функция – это удары по земле, по наземным целям, по наземным объектам, и удары достаточно высокоточными ракетами, воздух-земля. Это первое. И второе, может быть, даже более важное – это возможность отогнать российскую авиацию, которая... значит, вот этими планирующими бомбами наносит удары по войскам вооруженных сил Украины. Значит, если F-16 оснащена такими достаточно хорошими, ну и даже очень хорошими ракетами воздух-воздух, есть среди этих ракет ракеты дальностью 180 километров. Вот если вместе с F-16 в Украину прибудут и вот эти ракеты дальностью 180 километров, значит, тогда попытки российской авиации наносить удары, будь то ракетами воздух-земля, будь то вот этими планирующими бомбами, в общем, будут сведены к минимуму, может быть, даже к нулю. Вот примерно так я вижу стратегическую задачу, которая может быть поставлена перед на эскадрилье F-16 весной будущего года. Но Юрий, это мое видение. Я не знаю, как Генштаб Вооруженных сил Украины рассматривает эту проблему. Юрий, если говорить о левом береге Днепра, мы понимаем, что сейчас в ВСУ начали форсировать здесь события. Дошло до того, что сейчас... оттолкнули войска Российской Федерации на 8 километров, и мы понимаем, что теперь, как минимум, минометный огонь российская армия использовать по правому берегу не может и, как минимум, не бьет по гражданским лицам, да, и гражданскому населению Украины. А если говорить о левом береге с военной точки зрения, как вы считаете, насколько здесь перспективно развивать свои успехи в ВСУ, понимая, что здесь самый краткий путь от позиции вооруженных сил Украины к сухопутному проходу в Крым, это Армянск, это около 80-85 километров? Знаете, пока можно говорить об одном. Пока можно говорить, что вот эти плацдармы, которые вооруженные силы Украины создали на левом берегу Днепра, это очень важная задача, это очень важный результат, который сводится к тому, что эти плацдармы – это заноза, буквально заноза, очень болезненная в теле российской армии. Почему? Потому что и в политическом, и в военном плане. Ведь смысл, вот главный результат заключается в том, что русская армия не может эти плацдармы ликвидировать, как бы она этого не хотела. Там, настолько, насколько можно судить по материалам российских военкоров, Z-патриотов и так далее, в общем, картина получается крайне неприятная для русских. Это хаос, это бедлам, это постоянные ошибки командования, это истощенная, по-моему, там 104-я, кажется, дивизия, или, по-моему, да, но неважно, но я номер сейчас могу просто перепутать номера, неважно. Важно то, что там уже на протяжении вот более месяца эти плацдармы пытаются ликвидировать мотострелковая дивизия, которую не ротируют. То есть вот эти подразделения, которые там воюют, ну, части и подразделения, там три мотострелковых полка находятся, вот, действуют, пытаясь отжать вот эту территорию, выдавить в ВСУ на правый берег, но не получается. Не получается. Это значит, что русские там выдохлись, просто выдохлись на этом левом берегу. А перебросить, и значит, ну если выдыхаются, значит, нужно перебрасывать резервы. Туда направлять резервы, а резервов нет. Вот то, что вот та ситуация, которая сложилась на левом берегу, это просто доказательство того, что никаких свободных резервов у русских нет. И это очень скверно с военной точки зрения, потому что это значит, что войска, которые действуют непосредственно на линии фронта, но я имею в виду боевые подразделения, то есть мотострелковые части и соединения, и части воздушно-десантных войск, части, ну и соединения, естественно. Так вот, эти войска, они просто воюют без остановки. Они находятся в процессе боевых действий без остановки. Резервов нет, значит, заменять неким. Обычная практика, ну, как по учебнику, да, значит, там батальон отвоевал какое-то количество дней, там обычно недели-две, на линии фронта понес потери, люди устали, и физически, и морально их отводят в тыл, в ближайший тыл, естественно, на их место приходит какая-то отдохнувший батальон, и продолжаются боевые действия. А если такой ротации непосредственно вот на поле боя не происходит, ну, значит, тогда войска теряют, постепенно сокращается, снижается боеспособность, Ну, а результат какой? Не достигается цель или терпят поражение. Вот это именно то, что происходит на левом берегу. И там еще, значит, возникли большие склоки в командовании между Теплинским, правда, это командующий ВДВ, который был назначен командующим группы «Днепр», который, собственно, и ведет операции в Херсонской области. Ее задача, вот как раз ее задача-то и заключается в том, чтобы выдавить ВСУ. Но эту задачу они решить не могут. Теплинский вроде бы ранен, находится в госпитале. Там с ногами у него что-то не в порядке серьезное. Ну, а без командующего ситуация еще больше ухудшается, потому что никто не берет на себя из его заместителей, никто не берет на себя смелость принимать какие-то решения. А решения в таком случае ответственность перекладывается на Москву, на Генштаб и так далее. Но это все очень замедляет всю систему управления, систему командования. А командовать нужно, исходя из текущей ситуации на поле боя. Вот так. Юрий, если говорить о том, что говорят другие эксперты, и вот у нас есть исследования и прогноз, это исследование немецкого общества внешней политики. Что они говорят? Они говорят, если Россия добьется заморозки войны, а они этого очень хотят, да, особенно в последние месяцы, потому что нет, вы сами говорите, нет резервов. Мы понимаем, что Северная Корея дает снаряды, потому что недостаточно в России. Говорит следующее: если все-таки удастся заморозить войну, то через 6 лет Россия будет готова воевать с НАТО, и говорят, что она попробует также говорить о претензиях на исторические территории страны Балтии. Это Латвия, Литва и Эстония. Насколько вы считаете реальным то, что Россия реально смотрит на эти страны с видом, как и на Украину? Да, конечно, это абсолютно реальная вещь. Ведь, видите, на Западе, начиная с 2014 года, когда там, в общем, взялись за ум аналитики и многие политики, в общем, начали понимать, что дело сложное, что с Россией это большая угроза, начали прорабатывать и на военном, на политическом уровне разными методами. Были закрытые исследования, их результаты мы, естественно, не знаем, но я, по крайней мере, не знаю. Были открытые исследования, в том числе Ренд Корпорейшн. Несколько раз проводили так называемые имитационные игры, то есть, разыгрывали ситуацию, как она может сложиться на поле боя. Ну и затем, я не знаю, наверное, как минимум несколько сот статей, материалов аналитических, более или менее, некоторые серьезные, некоторые не очень. Все они исходили из того, что у России есть две цели. Вот у российских вооруженных сил. Это Балтия, и там рассматривался такой вариант блицкрига, и вторая – это Украина. Какая будет первой, никто не знал, но все, в общем, исходили из того, что вот две цели. Просто если посмотреть на то, где дислоцировались основные силы русских войск, это Южный военный округ, Западный военный округ. И когда просто наносили на карту место дислокацию дивизий, которые находятся, или бригад, которые находятся на тех или иных местах, было, в общем, понятно, что как планируется война против Украины, и было понятно, как планируется война против стран Балтии. То, что политически атака на страны Балтии планировалась, и планируется сейчас, после окончания войны в Украине, да, это достаточно очевидно. Видите, тут есть несколько моментов, которые делали, ну, до тех пор, пока Финляндия не присоединилась к НАТО, делали этот вот участок, вот эти три страны достаточно уязвимыми. Во-первых, очень небольшие собственные армии, ну, практически там, скажем, у Латвии вообще танков не было, по-моему, у Литвы было несколько. В общем, и очень маленькая территория, которую атакующие войска могут пройти в течение, значит, ну, скажем так, нескольких дней, да, даже если они встречают сопротивление. Те силы НАТО, которые были расположены, дислоцированы в этих странах, да и сейчас дислоцированы, но сейчас увеличиваются, а тогда было по боевой батальонной группе, плюс небольшая эскадрилья переменного состава, то есть какое-то время там находятся истребители одной страны НАТО, потом другой, потом третьей и так далее. Стратегическая задача заключалась в том, чтобы в течение нескольких дней пройти все страны Балтии, выйти на польскую границу в районе Суваловского коридора и затем предъявить НАТО ультиматум. Либо мы входим в Польшу, либо и тогда начинается, а вы сопротивляетесь, но тогда начинается ядерная война, либо вы признаете наше господство над вот этими тремя государствами – Эстонией, Латвией и Литвой. Но такие планы, я думаю, что эти планы не изменились. Украина обломала зубы русской армии, что верно, то верно. Вот. А вот как смогут ли через 6 лет... Я не берусь говорить, там 6 лет им нужно для того, чтобы восстановить армию, или 5, или 7. Но не в этом дело. А дело в том, что через действительно срок меньше, чем 10 лет уж точно, если Россия не будет разгромлена и не будет выставлено ей определенные условия, на которых военные условия, сугубо военные, значит, ограничения, в том числе ограничения вооруженных сил и вооружений в западных областях и на границе с Украиной, ну, тогда можно ожидать вот такого повторения всего этого. Потому что логика стратегического мышления русских, она вот, собственно, реализована Путиным, но не Путин ее придумал, Путин просто ее реализует, хотя и достаточно убого, я бы сказал. Юрий, скажите, пожалуйста, чего ожидать в следующем году? Как вы считаете, может что-то изменить ход войны? И как вы считаете, может ли окончиться эта война в следующем году? Мы знаем прекрасно, что НАТО, Альянс, Столтенберг и Германия, и другие страны говорят, что это будет затяжная война. Но в каком виде она будет в следующем году? Я бы, видите, предсказывать что-то очень трудно. Я бы сказал так, что главное, от чего зависит ход войны, это масштаб, объем, количество и номенклатура той помощи, которую западные союзники предоставляют Украине. Если будет повторение того, что было вот весной-летом этого года, когда минимальное количество было выделено, я думаю, что действительно будет длительная война. Если будет больше, ну, насколько больше, чего больше, генерал Залужный, в общем, определил, что нужно в первую очередь. Это самолеты, средства радиолокационной борьбы, радиолокаторы контрбатарейной борьбы, дроны, ну и так далее и тому подобное. Значит, вот если это будет, противоминные машины, если это будет, причем, я повторяю, тут дело не только в том, что вот там какое-то количество прибудет. Если прибудет то количество, которое необходимо, я считаю, что у Украины есть шанс изменить ситуацию в свою пользу. Ну, а если не прибудет, тогда можно, к сожалению, ждать повторения того, что было в этом году, ну и Но тогда длительная война с непонятными перспективами. Юрий, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что вы так тщательно рассказали, что сейчас есть на фронте и чего ожидать, и что, конечно же, нужно для продвижения и для того, чтобы прогнать оккупантов с украинской земли. Спасибо вам. Спасибо вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Юрій Федоров, це є військовий експерт, з яким ми детально розібрали, що відбувається на фронті, чого очікувати від російської армії і насправді чому зараз так активно росіяни намагаються взяти Авдіївку і весь східний плацдарм. Підписуємося, звісно, коментуємо, ставимо лайки і ділимось нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, побачусь з вами в ефірі 24 каналу.